уничтожит там 2 киловатт генератор машины. У нас задача через инвертор GIS киловаттной потужности, номинал киловатт, 2 киловатта максимально. От тут є у людей вже з модифікованою синусоїдою, то він не заряджає EcoFlow. От у нас EcoFlow. Треба, щоб через інвертор заряджалось. От у нас відображається 398 Вт. Так що все працює. Чистою синусоїдою інвертор GIS. 1 кВт. Якщо такі полтора. Включайте 800, якраз заснімемо, да. Не, ну. Нам же ж треба, що він кіловатник. Ви через додаток, да, 800 буде? Так, хоч там у нас. Давай, щоб от у людини, давайте, да. Конфім. ЕС переключилась на 800 ватт, пошло потребление. Бортсеть проседает. Сколько? 195. Бортсеть под 11, да? Да. Вот. О. Нормально киловаттник вытянут. У него до 2 киловатт перевантаж. Мы можем трошки попробовать, если хотите, чеку больше не будем. Я уже как бы не знал. И сейчас время заряда, он пишет 30 минут. 30 минут залишилось, да, типа, при да, таком? Да, 30 минут до... А это яка модель великого EcoFlow? Да, Delta Max. Delta Max 2 кВт, да? Там, скажем, полтора. А, полтора. А вот с модифицированной он не подходит. Поэтому треба с чистой синусоиды для EcoFlow.